Омский областной фонд поддержки детского и массового спорта отметил свой 20-летний юбилей. На торжественном мероприятии собрались представители исполнительной и законодательной власти региона, члены попечительского совета фонда. Заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова высоко оценила работу общественной организации и отметила ее важность в развитии физкультуры и спорта в регионе. Здоровье, оно превыше всего. А здоровье в том числе основывается и на пристрастие твоем к физкультуре, к спорту. Без этого здоровым быть, наверное, очень сложно. Я всем нам желаю здоровья, активной жизненной позиции, чтобы нам не нужно было далеко ехать от собственного дома, чтобы заняться физкультурой и спортом, чтобы были те условия, которые вы уже создали. Хорошо бы было, чтобы эти объекты увеличивались и в Омске, и в сельских муниципалитетах, потому что Россия прирастает Сибирью, а Омск и Омская область крепнет, и благодаря в том числе сельским территориям. Спасибо, дорогие друзья, и будущих успехов нам всем на этом замечательном поприще. За время существования общественной организации построила множество комплексных спортивных площадок в Омске и районах области. Выступила инициатором проведения таких соревнований, как «Велоомск» и «Спортивный город», а также поддерживает спортсменов на всероссийских и международных стартах. Самое главное в деятельности фонда за 20 лет, наверное, то, что мы смогли как-то сконсолидировать все предпринимательское сообщество для того, чтобы люди вкладывали деньги в физкультуру и спорт. Почти 200 миллионов привлеченных небюджетных средств. Много это или мало? Нам кажется, это хорошая сумма. Это помощь и городу, и области в совершенствовании физической культуры и спорта. Это 150 плоскостных спортивных сооружений. Из них 100 спортивных детских городков, спортивных дворовых площадок, комплексов уличных тренажеров, комплексов воркаут, причем не только в городе, но и в сельской местности. Мы построили спортивные площадки в Таре, в Тюкалинске, в Калачинске, в Колосовке, в Тевризе, в Большеречье. Мы первые в городе на дворовой, обычной дворовой спортивной площадке уложили синтетическое покрытие. И за 20 лет мы на 25 площадках уложили синтетическое покрытие. Мы первые в городе начали устанавливать велопарковки. И сегодня мы видим, что эта сеть велопарковок очень в городе развита. Я в этом фонде с самого начала, то есть 20 лет, о проделанной работе. Сначала были какие-то сомнения, но когда я вникла в эту работу, естественно, поняла, что если построить, первая наша была спортивная площадка, и когда я там увидела такую, небольшое количество детей, которые играют в футбол, они курят, и нигде не бегают, и не зарулят, я поняла, что это полезное дело. И вот с тех самых времен, это уже, 20 лет, мы постоянно помогаем, чтобы развивался у нас спорт, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными.